эти письма у меня. Он переписывал их, и они все у меня в пошивке сегодня. Ой, конечно. Эти как все перетерпели, все пиши. Так. Дивно дела Господи, дивно непостижимо. А потом, вы здесь не были у нас, когда приехали тогда. В Великий Четверг вы приехали. И вы так же, не, как и сегодня, точно, неожиданно, я на работе была, сижу, пишу людей на рентген. Вот, Гена подходит к окошечку и говорит: здравствуйте. Так неожиданно. И говорит: вот я приехал, вот Игнатий там стоит в коридоре. Вот это, и потом... тут наши встречи пошли тогда потоком. Да, потом вот, а потом, когда вы... Кого тут только не было. И Даня ваш тут наговорился. Вы ездили туда, в Бендера, он жил в Бендера. И все под запись было. В то время магнитофон трудно, а я везде съездил с магнитофоном. А с этим, вот Леша ездил с вами еще. Это, я даже Речку напишу, ему. Голос неизвестно чей, вы его определили. Леша Речку, ну... Он там... Вот. А потом...